18 июня в городе Екатеринбурге на базе областного центра реабилитации инвалидов состоялась областная спартакиада для инвалидов, в которой приняли участие 3 представителя из города Асбеста. Областная спартакиада инвалидов была посвящена 80-летию Свердловской области. Мероприятие было организовано Министерством социальной политики региона. В соревнованиях приняли участие 6 команд 6 округов в возрасте от 17 до 70 лет. Команду Южного округа защищали команды из города Каменск-Уральский, а также 3 представителя из города Асбеста, которые проявили свое мастерство в фигурном вождении на колясках. В конечном итоге асбестовские спортсмены заняли почетные призовые места. Любовь Кузнецова заняла 1-е место. 3-е место завоевала Юлия Ескина. 4-е место досталось Василию Баранову. Призеры были награждены ценными призами, медалями и грамотами. В командном зачете Южный округ занял 3-е место. Участников команды наградили кубком и почетной грамотой.